Всем добрый день. Сегодня у меня не совсем обычное видео, и будет посвящено оно моей дочери, которая учится на парикмахера. И сейчас она осваивает мужские стрижки. Но так как с мужскими моделями трудно, очень мало мужчин идут постригаться, поэтому я сам напросился выступить в этом качестве. Ну и пусть она на мне потренируется. Я, в принципе, не сомневаюсь в ее, хоть несмотря на то, что опыт небольшой, но думаю, что все должно получиться хорошо. Сейчас я иду мыть голову. И весь процесс я покажу вам в реальном времени. Но, возможно, все-таки придется ускорить где-то, чтобы это видео не было сильно утомительным. Но при необходимости, при просмотре, каждый из вас при желании может замедлить, посмотреть нормальной скорости. Ну, давайте приступать. Боша решил тебе помешать. Куда он влез? Он с карандашиком играл. Скотина. Ну, я готов. Боже, ассистентом будешь. Тебя как стричь-то? Так, смотри, сзади по бокам коротко, ну прямо практически под это, под машинку, виски косые. Так, пробор справа, челка налево. Ну, смотри, челка у меня реденькая, так что ее сильно не это. Не кромсай. Машинку, а сколько под машинку? Давай тройки попробуй. И там, в принципе, это. Может быть, тройки будет достаточно. Звуковое сопровождение от Гоши, да? Гоша. Мужики не хотят стричься эти, да? Да, они записываются, не приходят. Ага. Боятся? Не знаю вообще. В основном приходят там дедульчики всякие. В костюмах. Повезет только, если кто-то своих приведет. Ну, считай, сегодня повезло. Так что, Кемерово, давайте, подтягивайтесь. Адрес в описании я дам. По записи стрижка же там бесплатно. Да. То есть есть возможность сэкономить, кто. Не хочет на это время тратить. Деньги, вернее, деньги. Но по записи. Девчонкам надо учиться же на ком-то. Ты ушами не шевели, я же вижу, где оно. Не застревает. Я когда Влада стригла, он вообще всей головой шевелил. Mm-hmm. Всем затылком. Переживал?
Сна, наверное, без ушей боялся остаться. Того трон держи. Меня дядька постригал еще маленький, не дай бог. Он мне ухо стриганул. Да конечно. Он пьяный был. Я первый клиент в твоей машинке, да? Фигня. Чё, почему? Насадка фигня. А это родная насадка? Да. Чё, не ровно? Ну, она тебе ступеньки делает и всё. Ну, это же тоже сейчас модно. Нет. Ну, возьми поменьше насадку. Поменьше будет совсем круто. Я-то шестерку сейчас взяла. А ты по шестерку? Нет, бери тройку. Бери тройку. Короче, что было. Не как Леша, конечно. Что, тройку выбрать? Ну да, я сначала шестерку беру, потом тройку возьму. Я-то на машинке работала один-два раза всего.
Вот здесь будет потренироваться. Мама пришла. Телевизор пока не включаю, да? Тройка что, да? Да. Ну и что, как тройка? А непонятно? Мне вообще сейчас ничего не понятно. Тренироваться надо? Я по соседям не пойду. Что по соседям? К соседям не пойдем, пусть они приезжают сами, да? Кушай, 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 кушай. 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 Еще стрижете? Че? Еще стрижете? Да. Да еще и не закончили, даже еще близко. Ну посмотрим, придется папе в парикмахерскую теперь стригаться или нет. Да, ну. Мне кажется, придется. Ничего не придется. Ну тогда как, Леша? Да ты наговариваешь на себя. Ты затылок просто не видел. Ну. Чего там? Затылок, говорит, не видел. А что там затылок? Нормально у меня затылок. Пристригаться придется, говорю. Ничего не придется. Ты же учишься, а учиться это никогда не стыдно. Я сам напросился. Через месяц еще раз попробую. Пролезь там этой трехмиллиметровой. Я уже прошлась. А еще меньше есть? Тебе еще короче надо? Нет, да если ты говоришь, что там что-то это не очень много. Еще меньше это подъем. Ага. Вот не посмотришь? Мама, не смотри. Да следите, что. Я уже по глазам вижу, что там фигня. По чьим глазам видишь? По твоим. Как чьим? По моим? По моим. А я ничего не вижу еще. Не улица, ты же видишь, что ты еще стрижешь? Но. Ты сейчас переход же делаешь. Фигню делаю. Ну на лосо стрижешь и все. Да нормально все, чего это? Папа просто на лосо не хочет. Мало чего он не хочет. Сейчас машинка жик-жик посередине полоса, да? Ну и чё, как стричься будет, да? Все хорошо. Если бы у тебя было плохое зрение, то все было бы хорошо. У кого плохое? У тебя. Так все хорошо. У меня плохое зрение. Вот видишь, смотри, все же хорошо. Ну еще можно было бы вот здесь чуть-чуть подровнять. Не могу я, ну не могу. Папа в парикмахерскую пойдет. Тогда. Не пойдет он никуда. Пойдет. Куда не пойдет? Я сама лично отправлю. К Лене Юрьевне. Нет. Лене Юрьевне перестрижет. Все хорошо.
Я еще заплачу за это. Каждый труд должен оплачиваться. Ну, первый раз, в принципе, нормально. И в кадре тоже. Я теперь дома больше никого встречу не буду. Так а дома не надо никого встречать? Мужских. Ну тебе просто надо еще набить руку. Ну потому что я сама никого не стригла мужские. Ну, да вот. Ладно, не переживай, это все будет нормально. Волосы растут, не переживай. Но у папы не факт. Еще пузиком это вырежешь. Да ну. Волосы отрастут, а у папы не факт. Че, так безнадежно, что ли, что ли? Я там, ну, их, да, меньше стало, но... И вообще... Ничего, он это, в кепке ну, ходит. Я вообще... Это, как... Ну, кепка затылок не закрывает. Леша, Леша, заходи с Сема. Заходи. А у нас Муся. А как Муся? Камера не хорошо, сейчас познакомим. Покажи зрителям. Сема, психопата. Посмотри, Леша, какую фигню подстригла парень. Почему фигня? Что фигня? Ну ты же еще не закончил. Муся! Она пока не поняла. Слышала, но никогда не видела. Мне же придется в одном помещении переночевать. А то он просится, просится, видел в подъезде, получай. Муся, глаза выпучил. Не шипит еще? Нет. Ну все, можно снимать. Второго, третьего кота тащить. Ну да. Муся, по-моему. Муся, Муся. А, с белой крышкой, с белой, поэтому красный, да. Свет включай спать. Он поправился. Ну да, похоже на то. Так он смотрится больше, чем Муся. Ну а сколько он тебе весит? Я не знаю, не взвешивал его. Ну, весь. У нас весы же есть. У нас тоже есть. Так у него тоже есть весы? Ну, у Лёши пока здесь. Сразу ответ узнаем. Сёма! Опусти голову вперёд. Все хорошо, что ты? Чего вы там жжете?
ржет с моего лица? А что ржет с моего лица? А я дочь парикмахер. Не до парикмахера, я бы сказала. Ну, спасибо. Ты на носки на это не вставай. А тут с его стороны не сильно много. Вот это вот надо будет еще подрамник. Нет, Слав. Вот это вот надо еще подрамник. А, ну я вижу. Вот это, ага. Смотри, и вот это вот. Видишь? Ну, пусть папа обратно садится. Садись. Так-то я не вижу, что у него там. Сейчас, подожди. Ты бы так я тебе видел сначала. Ну все уже. Поздно же. Поздно. А все просто потом снимешь и все. Ну так же хорошо же. Вот здесь можно было бы по... Это, вот тут тройка. Тут везде тройка. А вот здесь что-то меньше получилось. Ну, потому что я рукожопая. Ну что? Ладно, будем знать, значит, что это. Что я рукожопая. Что еще я не в вас. Ну конечно. Да, да. Да. Ты думаешь, у нас сразу все получалось, да? Второго человека стрижешь, и это уже... Не второго, а пятого. Ну, тем более. Самокритика. Леша мне еще, да? Так, Слава, у нас этот... дверца ломается на кухне. Сейчас постригемся и починим. А свои песни петь можно? Мои? Мои. Все? Можно было бы, конечно. Да ладно, хорошо. Клинью не попсходит? Не пойдет он. Пойдет. Не пойдет. Нормально. Обрастет и меня, все. Меня устраивает, остальное пофига. Теперь тебе вообще классно. Вот единственное, что тебе надо вот эти вот почему-то тебе. На, может, у него такая голова? У меня голова такая. Руки у меня такие. Зато его сейчас как будет хорошо вот это. Да, Ира? Ага. Зачем? Каждая работа и каждый труд должен оплачиваться, поэтому перестарался. Ну все. Все, сам за собой подметешь? Да. Спасибо. Так, для стрижки нужно будет приезжать на Сибиряков Гвардейцев номер 1. Так, студия как называется? М. Студия М. Но нужно предварительно записываться. Это город Кемерово. Номер телефона наизусть пока не знаю. И я его укажу, что это в описании. Так что, мужики, записывайтесь, приезжайте, постригайтесь. Пусть девчонки учатся и впоследствии... Платить не надо. Да, платить не надо. Стрижка бесплатная, только маленечко больше времени потратят. Но зато они каждую волосинку вам аккуратно выстригут. Для того, чтобы они научились нас красиво стричь, нужно им сейчас тренироваться. Поэтому приезжайте по предварительной записи. Номер будет в описании. И постригайтесь. Все, всем пока.